Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Битва Чемпионов. Так и получаем с вами чего-то там за первый день, апрельский день. Хорошо, давайте заберем готовый кристалл, ежедневный, бесплатный, конечно же. Желтенький. Ну-ка, он нам дает и героев. Понятно, давайте-ка сейчас посмотрим, что он нам он выдаст. Дай что-нибудь путевое, а? Хороший что-нибудь дай. Катализатор, да? Понятно. Хорошо, базовый причем. Первый. Вернуться к кристаллам. И что у нас еще тут осталось? Так, у меня есть неоткрытый кристалл. Ну, давайте его откроем. Ага, он такой, рандомный. Ну, ты остановишься или нет? Что ты нам подкинешь? Золото, 5000. Хорошо. Вернуться к кристаллам. А у меня что, еще есть кристаллы, что ли? Я не могу понять. Востребовать. Зеленый. Это, по-моему, у нас... Да, ребята, на хпшки, на рез или же золото. Ну и что ты нам подгонишь? Давай, что-нибудь хорошенькое. В принципе, неплохо. На здоровье нам тоже зелья нужны. Сами прекрасно знаете, как я в прошлой серии все растратил, что у меня было. Осколки кристаллов. Престижный кристалл, блин. Давайте, наверное, с вами все-таки используем, а? Ребят, получить сейчас. Да, а вдруг фартанет и дадут нам еще какого-нибудь четырехзвездочного. Хотя почему-то я сомневаюсь. Ладно, была не была. Смотрим. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Ну. Только не двухзвездочного, пожалуйста. Ну как же, блин. Да. И это у нас Черный Гром. У меня, конечно, такого персонажа не было. Ну, две звезды, ну, ё-моё. Я не знаю, ребята, вы говорили, что однозвездочных лучше сразу продавать. А что мне делать тогда с двухзвездочными? Солить их, что ли? Так, а как вот, например, вот мне усиление это использовать, а, ребят? Интересно. Так, события союзов. События одиночек. Не знаю, как вот это все надо накопить. Но пока я ничего взять не могу абсолютно. Хорошо. Вроде бы по кристаллам мы разобрались с вами. Так, что у нас там по чемпионам творится? Давайте улучшим зверя нашего. Так, он у нас 7 уровня. Интересно, получится у нас до 10 его прокачать или нет? Так. 9. Не хватает. Хорошо, давайте хотя бы так сделаем. У нас еще есть сундучок. Может быть, в нем что-то будет такого нужного нам. Союз нерушимый. Где? А, вот он союз. Помощь. Ну, помощь я всегда рад предоставить. Так. И причем здесь все время дрон 23 просит помощь этот. Хорошо. Казна. Пожертвовать можно золото. Я не знаю, для чего, куда это все жертвуется и стоит ли вообще жертвовать. Какой от этого толк? Если кто знает, ребят, напишите мне, пожалуйста. Так, а здесь нету больше ничего. Запросов о помощи отсутствует. Так, вот у нас сундучок этот. Че, ничего нету, что ли, блин? Угу. Почему-то я не могу взять. Видимо, у меня нету места в инвентаре. Эти как-то странная энергия, которая тоже не берется почему-то. Так, у нас тут конфликт. 5. Режим союза 1. Уже идет. Задание союза. Ну, в союзе я пока не могу участвовать. Там, по-моему, 17 уровень нужен. А у меня, как видите, всего лишь пока 10. Смотрите-ка, новое. Разлом хаоса. Так, глава 1, новичок. Открытый разлом. Можно активировать усиление, которое находится в инвентаре. Так, и что у меня есть? Мало усиления атаки, малое усиление опыта. Ну, давайте активировать. А, 40% к опыту дает. Ну что же, это хорошо, я так понимаю, за победы. Нам будут даваться очки и, соответственно, на 40% больше. Начать задание, 10 000 кристаллов.
Ух-ух-ух-ух, если ты покинешь задание или время течет, тебе придется снова платить стоимость начала задания. Ох, я, по крайней мере, ничего не собираюсь завершать или уходить. Задание открыто на 1 час. Угу. Ну что ж, давай, поехали. Будем смотреть, кто это у нас вообще такая. Выбор чемпиона. Гамора. Ну что ж, давайте посмотрим, как она себя здесь проявит. И кто это у нас вообще за противник-то такой? Что это за барышня? Давай, 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 быстрее. Медуза. Медуза это у нас, ребята. О-о-о. Лихо начало так, смотрите. Как тебе, а? Красотуля ты моя. Нравится получить звездюлей от самой Гаморы? Ну, ребята, разбираем ее как сосунка. Тихо, тихо, тихо. Ха-ха-ха, промахнулась. А я-то нет, не промахнусь. Ой-ой-ой. Смотрите, у нее прикольно. У нее в волосах меч, ребята. Ха-ха, был. И Гамора победитель у нас. Замечательно. Ну что же, я могу сказать, первый бой удачно, довольно легко. Поехали-ка дальше. Так, а у нас тут какой-то телепорт. Этот портал готов к переносу, обзор. Йоу-парасеты. Ничего себе тут переносов сколько. И куда же мы с вами можем перейти? Я вот не могу немножко понять. Ну-ка сюда. Хм. Так, куда я должен нажать, чтобы переместиться именно в эту точку? Сюда, это, наверное, выход, мне кажется. Не пойму я, что за бред. Так, нет, это не надо делать. Так, усиление уже у нас сделано. А это что такое? Это вообще непонятно, какая-то панель. Хм. Как мне интересно телепортироваться. Вот кто мне скажет? Рискни. Ну, давай рискнем. Вау. Вот оно что. Надо было нажать на рискнуть. И кто это у нас тут очередной враг? Лунный рыцарь? Ого. А ну-ка, давай-ка мы кейблом попробуем сыграть. Или кабелем. Лунный рыцарь, значит. Хм, таких я еще не видел. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Так. Ха-ха. С каким-то посохом. Да? Дяденька. Куда тебе до меня-то, а? Рыцарь ты лунный. Иди на свою луну. Смотри-ка, защищается гаденыш. Оу. Ёлки-малки. Звездюлей получаю. Дегенерацию получил, гаденыш. Да-да-да, конечно, а? Как тебе? Не, ребят, я его сейчас добью. Это однозначно. Все. Великолепно ему еще вешают, а? Посмотри. А ну-ка, вкуси мой суперудар. Хе-хе-хе. Ты меня разозлил. Лунный рыцарь. А теперь получи. Все, зажарили его нафиг. Хе-хе-хе. Победа? Я даже не сомневался в этом почему-то. Ну, естественно, мы с вами продвигаемся дальше. Дальше. Так, я не понял. Опять лунный рыцарь? С какого перепуга-то? Мы только что одного такого уже ухоркали. Нет, ему мало. Решил еще раз на нас напасть. Ладно, давайте научим его уму-разуму. Посмотри, что творит, а? Сейчас зверюга тебя просто разорвет в хлам. Просто на тряпочки тебя пустим. Ах, ты перебил. Я только хотел атаку провести, а? Ну? Да что ты будешь делать, а? Все, отдыхай вот. Лежи тут. Награды получаем. Опыт. Я что-то, ребят, не вижу, чтобы мне опыт был, блин, на 40% больше. Какие-то кристаллы, смотрите-ка. Кристалл звездного камня получили мы. Так, и здесь у нас электро. Вот оно как. Хорошо, я так понимаю, сейчас она будет тут электричеством бить, наверное. Да? Ну, а мы ее будем просто когтями рвать. Ну что ты тут выделываешься, не? Кровотечение на невидивсит. Погоди. Давай по-мирному. Все, вот так вот. Мне так больше нравится, когда ты валяешься.
Хорошо, Электру мы, в принципе, вообще без проблем, даже не сопротивлялась. И мы с вами двигаемся дальше, к следующему телепорту. Так, куда надо нажать? Телепорт. Тю, куда нас переместили? Вот сюда. Опачки. А это кто у нас такой, ребят? Я с таким еще не встречался. Странный какой-то. Корвус Глейв. Какой-то гоблин или кто он такой? Демон. Странное, короче, существо. Ну-ка, с копьем еще причем. Ага, начинает тут выделываться. Ну, что ты хочешь там сделать? Смотри, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Машет своим посохом и промахивается. А я-то нет, я еще и кровотечение ему повесил. Фу ты, вот тебе и весь корвус. Курва, елки-палки. Даже пикнуть не успел. Была какая-то попытка что-то там сделать своим копьем, но неудачно. А у нас здесь знак вопроса. Это что значит? Классовый бонус. Часть информации о противнике скрыта. Начни бой, чтобы узнать подробности. Ага, типа секретный какой-то боец. Хорошо, давайте посмотрим, что это у нас за чудик здесь такой будет ждать. Намелис какой-то. Слушайте, он похож чем-то на адаптоида. Если честно, тут такой вообще намелис. Я с такими даже не знаком. Слушайте, у него невосприимчивость. Я на него не могу даже кровотечение повесить, вы представляете? У него сплошные иммунитеты. Но драться он нифига не умеет, ребят, вообще. Ну, за это он и поплатился. Хорошо, давайте продвигаться с вами далее. Я так понимаю, мы эту карту... А, завершено? Блин, открытый. А почему так быстро-то? Там еще столько можно было полазить, открыть. Два кристалла у нас. Ну, давай. Иза получать будем сейчас с вами. Ну, давай 125. Ага, конечно. По минималочке дают 75. Базовый Иза 8. Хорошо. Ну, а ты меня порадуешь, кристаллик? Ну, на чем тормознешь? 125. Хорошо. Это, конечно, не самый максимум, но все равно приятнее. 10 кристаллов у нас каких-то. Где они? Вот они. Хм. 10 штук. Так, ну давай посмотрим, что это. Ага. Это у нас усиление, ребята. Усиление, так. Коронный камень. Здорово, и улетел, главное. А что он дает и для чего, не написали. Ну-ка. Опять коронный камень, фиолетовый только. Слушайте, что-то меня припаривает вот это, ребят. Для чего это нужно? Нет, ну я понимаю, там усиления у нас были, но они временные. И по ходу дела вот эти тоже временные. Или же не временные, фиг его знает. Ладно, хорошо, давайте еще раз посмотрим. Зеленый нам дали. Ну, давайте, наверное, последний раз, потому что, ребят, мы тут запаримся сейчас 10 этих кристаллов скрывать. Знать бы еще, для чего нам нужны вот эти вот коронные камни. Так, синий дали. Ладно, сгодится. Ну-ка. Повышает на один уровень коронную способность трехзвездочного чемпиона-мутанта. Чемпиона-мистика. Чемпиона-науки. И чемпиона-техники. Все, я понял, ребята, каждый камень для определенного чемпиона. Там мутанты, мистики, короче, все ясно. Так, ну ладно, тут 5 кристаллов, все с ними понятно. Больше я, наверное, ничего не могу. У меня интересно, есть еще эти камни на улучшение или нету? Ну-ка, если мы, например, Кейбла попробуем улучшить, получится или нет, а? Так давайте, наверное, его выберем. Поставим информацию. Улучшение, да? Специальные атаки. Ну, давайте вот эти камни тогда в него вобьем. Что? Катализатор 2. Так у меня есть же все.
А, блин, не могу понять. Так, давайте-ка вот так вот сделаем. Опять, что ли, у меня не хватает катализаторов? Вот так вот, я понимаю, да? Фух, ну что ж, давайте тогда в бой с вами отправимся. У нас тут сюжетные задания. Обзор. Давайте посмотрим, мы с вами остановились на истреблении, потому что здесь 0% выполнено. Хорошо. Так, состав команды, наверное, никого мы не будем менять. Этим составом и пойдем же. Угу. Так, поступает сообщение. Осторожнее, призыватель. Первые адаптоиды были полностью механическими. Но постоянный контакт с ИЗО-8 изменил их, и они стали чем-то большим. Функция быстрого обучения включена. Что ты там, опять адаптоиды эти, а, ё-моё. Благодаря воздействию ИЗО-8 адаптоиды эволюционировали и изменились. Какова моя цель? Какова моя задача? Твоя задача — получать от меня звездюлей. Адаптоид. Классовый бонус. Ну что, Гаморушка, твой выход. Покажи-ка этому сосунку, где раки зимуют. Ха-ха-ха. Я так и думал. О, ребят, я его сейчас разберу с путочка. Вообще ватный, смотрите. Три удара, у него уже четверть хп-шек отнял. Ах ты, смотри, гадюка, что делает, а? Титаним. Так вот, получил? Где мой удар? Тысяча звездюлей, вот он. Так, ну что же, победа. Нисколько не сомневался, что мы одержим здесь вверх. Так, что дальше? Нам куда идти-то, блин? Ну давайте будем драться с Драксом. Гамора и Дракс. Угу. Нет, мне не зверь, мне нужно Гамора, вот. Так, будем сейчас Дракс рвать. Бежит, бежит, бежит. Здорово, братиша. Оу, тихо, тихо. Ты не буянь мне, блин. Что творит, а? Блокирует, гаденыш, мои атаки. Да куда ты? Рано слишком. Ай, теперь поздно. Нет, смотрите-ка, он держится, этот парень. Черт, в блоке он простоял, гад. Смотри, а ты смотри, буянит. Ай-яй-яй, зря ты, Дракс, конечно, на меня поднял свои кортики. Будем тебя сейчас уничтожать. Вот так вот, отлично. Пропечатали. Куда бежишь? Далеко собрался? Все, Гамора, как обычно, победитель в этой схватке. И, наконец-то, мы получаем с вами 11 уровень. Кстати, у нас открылась одна способность. Надо ее, естественно, потратить. Надо на пользу. Слушайте, давайте, наверное, вот этот вот. Плюс 20 ко всему опыту. Повышаем ранг. Третий у нас. Так, открыть сейчас интеллект. Блин, а где, где взять вот эту вот пробирку, ребята? Давайте-ка глянем в магазине. Так, а что-то я не вижу. Здесь не то. По зельям, что у нас здесь? Ну, понятно, это зелье здоровья, усиления. Не то. Слава какая-то. Тут у нас катализаторы, ё-моё. И все покупается за какие-то очки. Так, верность и мастерство. Вот, каменный элемент мастерства. 135 фишек стоит. Элемент мастерства 14. Редкое химическое соединение невероятной частоты, которое часто находится возле временных разломов, используется для получения доступа к мастерству призывателя. Так, и как же мне использовать теперь вот этот элемент мастерства? Ну, я его купил, и что? Странно. Так, что у нас по почте? Нет, никуда мы отправляться не будем. Так, а следующее письмецо... А, тут технические работы. 31 числа. Ёлки-палки. Запоздавшие какие-то новости. Подарочки, подарочки. Нет, ребят, что-то все не то. Я не знаю. Тут запутаться, блин, проще. Где тут чё, почём?
Так, использовать усиление. У нас еще 44 минуты. Вот, мастерство. Так это ж то же самое, ё-моё. Хм, может быть, я не то купил, ребята, и зря купил, а? Вот я профан, а. Хорошо. Тогда давайте... Вот что у нас в инвентаре? Катализаторы и за 8 и предметы. Катализаторы. По-моему, нифига у нас нет, ребята. Абсолютно ничего. Тут, видите, опять же, мистики, херистики. Все по классам разделено. О, а вот это надо забрать. Это надо обязательно востребовать. Веха 1000. Продавать мы ничего с вами не будем. Ну и как? Вот как вот мне улучшать их? Я, наверное, или пока не могу, или я просто не знаю, как это сделать. Вот улучшение. Мы нажимаем и... Ну здесь мы только уровень можем поднять. И все. И катализатор нам нужен, чтобы мы могли поднять ранг. Но это, видимо, поднимается только когда он будет 10 из 10. Только в том случае. А до этого ничего у нас не получится. Так, ладно, поехали с вами дальше. Сундук трехзвездочный получили. И у нас здесь... Хм, железный человек. Кого бы нам взять такого, а? А если взять кабеля? Нет, слабоват. Придется разрывать его зверем. Пока другого варианта я не вижу. Угу, схватка. Куда ты, а? Щегол. Кровотечение висит на нем. Сейчас он у нас тут отдуплится от потери крови. Ну, естественно, я еще ему добавлю. Вот так вот. Ну-ну-ну-ну-ну. Смотри, как быстро регенерация у него идет, а? Но она его не спасает. И он падает. А зверь у меня, как обычно, победитель. Ух. Так, нам там еще очень много надо чего пройти. Засада, блин, адаптоид. Ну вот какого лешего ты лезешь? Классовый бонус. Смотрите, я когда выбрал Гамору, ребята, у нас тоже появился классовый бонус. Только что он дает? Видим какое-то преимущество перед этим... Оу, тихо. Перед этими адаптоидами. Куда разогнался-то, а? Я не понял. Блин, нравится мне, как она бьет свертухана. Тихо, тихо. Тебе не говорили, что женщин бить нельзя? Гад, а? Все, отдуплился. Неплохо, да? Мечом мы ему повесили кровотечение. И он от потери крови сдох. Ладно, двигаемся с вами далее. Тут у нас сундук. И опять же будет адаптоид. Ё-моё. Сообщение поступает. Настоящие ли они? Искусственные ли они? Живые ли они? Не стоит думать о столь высоких материях, когда они пытаются размозжить тебе голову. Ты не адаптоид. Убить всех неадаптоидов. Ты посмотри, как зачирикал, а? Хорошо, рискни своим здоровьем. Я думаю, достаточно будет и кабеля, да? Не будем, как говорится, тратить силы у зверя, а просто размозжим ему голову именно кабелем. Так, сначала он открыл. Ты посмотри, что делает. Ух, сосунок. Ты, так будем, что ли, обмениваться ударами, эй? Пора нам забивать в одни ворота. Вот так вот. Кровотечение, да? А, нет. Дегенерация, ребята, это висит. Ну, да что ж ты... Ты вот так вот. Да выеживался, как говорится. Очередная наша победа. Замечательно просто. Ну, тут опыта хоть дали многовато. Нормально, мне это устраивает. Так, ну что, двигаемся тогда с вами дальше. И поедем. Куда ж тут лучше? Слушайте, давайте, наверное, пойдем поверху. Нет, лучше по низу. Давайте по низу. Что-то не срабатывает, ребята. Странно. А, во, пошли. Так, у нас здесь Гамора двухзвездочная. Давайте, наверное. Да, зверем порвем. И чтоб, как говорится, по-быренькому. Так, схватка. И
все, Гамор, тебе тут хана. Ты со мной никак не можешь справиться. О, вообще моментально. Стоило сделать связочку, комбинацию, и все. Гаморы как не бывало. Блин, а что здесь делает Танос, а, интересно? Он вообще здесь есть в этой игре? О, оживление уровня первого. Так, поступает сообщение. Я могу одним ударом уничтожать звезды. У тебя нет никакого шанса. Ребят, вы поняли, а? Заявочку от Капитана Марвел. Она может разрушать звезды, но она же не знает, что меня-то не разрушишь. Я ж зверь. Просто зверюга. Все, я думаю, она довыделывалась. Кровотечение, конечно, хорошая штука. Сразу чувствуется, блин, сила. Так, и это был последний, да, у нас? Завершено. Так, а кто-то мне говорил, что нужно проходить их на 100%, там будет лучший ревард. Так, ну давайте попробуем, наверное, еще раз пройти. Но только уже немножко другим путем. Так, подожди, нам не гнев нужен. Истребление, 54%. Ну что ж, давайте попробуем пройти. Так, команду мы менять не будем. Оставляем такой же состав. И вперед, из песней. Так, сообщение поступает, и... Угу. Это можно смело пропускать, мы это все с вами уже читали. Смотрите-ка, опять камень здоровья. Да мы это все читали, да-да-да. Блин, опять с ним драться, елки-палки. Адаптой, ты несчастный, сейчас будешь отгребать от меня. На-ка, получи. Шикарно. Блокируется, да? Но это... Что-то вы делаешь с ним? Ха-ха. Все, готовченко. Так, получили с вами золото, там немножко опыт. Ну, давайте вниз. Для прохождения через врата требуется чемпион способности. Че еще за чемпион способности? Блин, давайте тогда вот сюда пойдем. Звездный лорд, да, против нас? Так точно. Слушайте, блин, не получится тогда пройти у нас на 100%. Меня почему-то не пускает вниз. Что за чемпион способности, я ума пока не приложу. Легкий какой-то лорд был. Даже, как говорится, пикнуть не успел. Ну, опять адаптой. Да что ж ты, блин. Как вы мне дороги, а? Сообщение поступает. А, это мы считали уже нафиг всю эту ерунду. Так, адаптой, дик. Сейчас мой зверь опять же его разорвет по-быстренькому. И опять мы будем, по-моему, с Капитаном Марвел драться, да? Мне почему-то подсказывают, что именно так оно все и будет. Ты вообще салага, адаптой салага называется, а? Ладушки, двигаемся дальше. Кто у нас тут? Как ни крути. Нет. Или по низу? Давайте по низу. Там у нас, по крайней мере, лежит сундук. Мы его по-быстренькому сейчас поднимем. Ну что, зверь, давай рвать тут всех. Рвать и метать. Ну, Гамора, она такая сильная. Правда, у нее всего две звезды, так что мой зверь вполне затащит эту каточку. Даже шансов нету, Гаморы, вообще. Нету, не было и не будет. Хорошо. Так, и дальше, если мы будем продвигаться тем же путем, то да, получается, у нас будет Капитан Марвел. Чтоб ее, как говорится. Да, 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 я знаю, что ты там уничтожаешь звезды одним взглядом. Костюмчик-то еще на ней такой одет. Странный, чудаковатый. Ну, ух, тоже ватная, ребят. Ну все, 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 хорош, уговорись.
готово. Так, наградочки. Как-то так, ребята, у нас получается все. И завершено на 70%. Блин, а внизу я не смогу, ребят, сходить, потому что нет у меня такого героя, которого способности. Я даже ума не приложу, что это за герой. Как он выглядит и с чем его едят. Но зато в следующий раз у нас идет гнев, потом противостояние. А здесь у нас восстание. Тут актов дофигища еще будет. Так что навоюемся до усрачки. Вроде бы все, пока больше я ничего не могу сделать, ничего не могу собрать, жаль. Так, закроем это все. Ну, пожалуй, можно на этой ноте и завершать это видео. Как говорится, всем, ребят, большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. А на этом все, всем пока, до скорого и удачи вам.